Здравствуйте, меня зовут Даня Митин, я биофизик, работаю специалистом по открытым данным, а в свободное время редактирую Википедию. Когда создали Википедию в январе 2001 года, я этого не заметил, так как моя семья была занята сохранением моего дела. Но год попозже, работая над докторской диссертацией, я проводил систематические поиски про то, что известно или нет в моей специальности, то есть применение методы магнитно-резонансной микроскопии в биологии. По дороге я узнал о Википедии, которая предлагала своим участникам совместно писать онлайн-энциклопедию на разных языках и, в принципе, во всех областях знаний, включая науки. Идея мне понравилась, и я попробовал. Мои первые правки были небольшими, например, добавление пропущенной запятой и сделанные без учета. Со временем я начал узнавать все больше и больше об экосистеме Википедии и ее сообществе участников. Я интегрировал этот опыт в свои привычки учиться, преподавать и структурировать знания. Поскольку я ученый, большинство моих правок связано с науками, хотя некоторые из них относятся к другим вещам, включая новости или историю, языки или музыку. Я также участвую в некоторых проектах, связанных с Википедией, особенно путем спора научных медиафайлов в Викискладе и научных данных в Викиданных. С днем рождения, Википедия!